Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня после работы выбрались на реку Западная Двина половить рыбку, покидать спиннинг, попробовать, может что-нибудь словится. Сейчас такое вот затишье, вчера весь день шел дождь. Вода сильно не поднялась, даже кажется немного упала. Хотим попробовать сегодня что-нибудь споймать на спиннинг. Если получится, если что-нибудь словим, то обязательно вам покажу. О, поклевочка. Поклевочка. Щучка. Ну, надо быстренько. С уловом. Сегодня уже третья поклевочка. Нам может надо. Да, она тоже никогда не выживет. Пускай вот идет. Такой шнурочек, грамм на 300, на 250, наверное. А щучка рыба живущая. Зацепилась. Многие забирают, набивают пакеты, оправдывая тем, что зажрало. Ну да, не, бывает, что в жабры попадет там. Хотя вот многие пишут, что рыба выживает все равно. Ну вот такая щучка, сейчас ее отпустим. Ну хорошо заглотила. Хорошо заглотила, но хочется все-таки отпустить. На все три тройничка отсела. Ну вот такая, друзья, рыбалка на реке Западная Двина, черта города. Главный процесс. Да. Хоть рыбка не крупная клюет, но все равно приятно. Перед этим была поклевочка двух окуней. Ну, вот теперь поклевочка щучки. Ну что-то не хочет она освобождаться. Жалко-то как. Не ждал я ее. Ну, хорошо зажрал, хорошо. Не ждал я ее. Так, ну вот, повредил. Жабрик, надеюсь, выживет. Да, выживет. Или накормит более крупную. Опа! Отлично. Такое вот у нас красивое место. Достопримечательность нашего города — Софийский собор. Вот автомобильный мост. И мы здесь сегодня вечерком решили провести свое время. Рыбка гуляет. Красота. Птички поют. Солнышко заходит. Красивые места. Что, поклевочки есть? Ну, было сегодня. Поклевок много, рыбка не крупная, но главный процесс идет. Одна щучка за борт, пару кушков, один сорвался. Да. Какой-то сходик был интересный. Поимку щучки увидите на канале. Покажем. Главный процесс, можно же было это время отсидеть дома. Ну, за компьютером. За компьютером, да. А так тренировка. Ну, если что-то словим, то покажем, друзья.
Он наглый. Сидит, не пропускает, а? Он вредный. Вот какой хищник. Охотятся на людей. А с бобрами иногда шутки плохи. Ну вот, друзья, разловил я канату от фирмы Беркинг. Клюнула вот такая щучка. Грамм на 800. Если учесть, что каната 16 сантиметров. Ну вот. Зацепилась за два тройничка. Но с одного тройника уже слетела. Такая вот приятная щучка. Приятно, что уже разловил канату от Беркинг. Что, друзья, воблер работает и довольно успешно. Ну, друзья, как я и сказал, примерно 800 грамм щучка. Завесила она 795-790 грамм. Ну, будем пробовать дальше ловить. Вот так вот, друзья, летит каната. Что-то как-то получился высокий заброс. Вот вичится очень хорошо. Вес 29 грамм. Тест спиннинга у меня 28. Но протягивает он ее даже по течению без всяких проблем. И щука взяла почти в 5 метрах от берега. Был такой хороший удар. Он даже не успел включить камеру, чтобы заснять вываживание. Сейчас попробую бросить подальше. Метров 60-65 он летит спокойно. Сейчас отпустим леску еще подальше. Попробуем подфичинговать с середины реки. Фактически никакой нагрузки на спиннинг. На заводях было хорошо видно, а тут как бы течение протягивает леску. Ну, приятно разловить новый воблер от фирмы Беркинг. Как видите, на такой размер большой села щучка на 800 грамм. По течению не хочет. Будем пробовать. Попробуем равномерочку. Приветствую вас, друзья. Сегодня второй день рыбалки. Буду ловить на спиннинг Nautilus Killer. Катушечка у меня Пацифан 2000.
плетенка Дайва 0.14. И сегодня буду пробовать ловить на воблер каната от Беркинг в расцветке арбузик. Вчера потерял один такой воблер в кислотной расцветке. Также была хорошая поклевка щуки. Щука была точно более 3 килограмм. Тянул, пока она не зашла в траву. И почему-то произошел сход. Было обидно, не успел даже включить камеру. Сегодня специально купил фурбанк. Купил флешку побольше, чтобы постоянно рыбалка была в онлайне. Чтобы не пропускать досадные поклевки, досадные исходы рыбы, чтобы все записывалось на камеру. Вчера на этом месте словил щуку на 800 грамм. Разловил воблер каната. Ну, обидно, что я его потерял, так как щука на него брала вчера неплохо. В том числе и хороший экземплярчик. Ну, а то, что не попало на камеру, уже и смысла нет об этом говорить. Но воблер действительно уловистый. Мне очень понравился. Понравился, как твичится, как играет в воде. Да и щуке он тоже пришелся по вкусу. Причем очень хороший заброс. Летит очень далеко. 60-70 метров спокойно летит. Это при условии, что у меня 0.14 плетеночка. Ну, не знаю, есть ли смысл на такие большие воблеры ставить плетенку потоньше. И задумался на приобретение отцепа. Без отцепа, конечно, очень жалко терять крупные воблеры. Тем более, когда они уловистые. Вода падает. Сегодня даже, кажется, течение посильнее стало. Решил попробовать бойсквад 115F. В такой вот расцветке. Попробую его покидать. Вчера рыба была более активна перед заходом солнца. Потом, может, попробую опять одеть канату. А пока попробуем другие воблеры. Хочу попробовать разные расцветочки сейчас. Вчера брала все-таки на желтый кислотник. Вода падает, трава поднимается. Воблеры цепляют очень часто за траву.
попробую моду кустом. Такая интересная расцветка кислотная. Лопатка пошире. Тройнички очень острые. Цепляются за пальцы. Довольно неплохая игра при твифинге. Поклевочка. Что-то есть. Ну, что-то так идет очень легко. Щучка. Небольшая. Как видите, друзья, сработал моду кустом от фирмы Беркинг. Такая вот щучка, около 600 грамм на него взяла. Хотя до этого пробовал, кидал на 3 разновидности воблеров. И сработал, как всегда, кислотничек. Будем доставать, взвесим, посмотрим. Достал инструменты. Засеклась довольно неплохо. О, блин. Даже за жабры попал тройник. Сейчас взвесим. Интересно, сколько? 500 или 600 грамм? Ну, 500 точно должна быть. Может и меньше. Вчера так с 800-граммовой я угадал.
Вот, как я и говорил, река. Стоит менять воблеры. 450 грамм. 460 грамм завесила щучка. Продолжим рыбалку дальше. Будем пробовать и другие воблеры. Есть. Что-то зацепил. Ну вон. Не знаю. Что? Не знаю. Ну, щучка. О, каната от Беркинг отработала по щучке. Небольшенькая, правда. Кто-то ее пытался съесть. Хорошо просеклась. Даже не дала никакого боя. Будем ловить дальше. Грамм 300. Такая вот щучечка. Вот, коллеги, будем заканчивать рыбалку. Итог за 2 дня. 3 щучки. Как бы разловил новинки от фирмы Беркинг. Разловил канату 160-ю. Очень понравился мне данный воблер. И как летит, и его игра. И на равномерной проводке, и на твичинговой. И поклевки были сходы. То есть воблеры реально работают. Мне очень понравились. На этом, друзья, буду заканчивать нашу рыбалку. До новых встреч. Всех благ вам, вашим близким. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Надеюсь, сезон еще впереди. И будет много интересных рыбалок. Друзья, до новых встреч.